Всем привет! Вы снова на моем канале Арина Сламс. В этом видео я буду покупать бумажные сюрпризики вот в таком вот автомате. Давайте посмотрим, что же тут мы с вами сможем купить. Тут есть скрепыши, Happy Meal, шарик Лол, еда, сквиши, игрушки, киндер-сюрприз, вопросик, это что-то неизвестное, Шопкинс и приветики. Давайте, первый сюрпризик, я хочу купить приветик. Для этого берем денежку 10 рублей и надо ее засунуть сюда. Засовываем. Нажимаем на приветы и на кнопочку. Открываем. Вот наш пакетик с приветиком. Давайте сейчас я его распакую и передам приветик. Исхака Вазалия, привет! Прости, если неправильно произнесла название твоего канала. Исправь меня в комментариях. Давайте следующий пакетик. Пусть будет это... Скрепыши. Давайте берем денежку. Засовываем. Нажимаем на скрепыши и на кнопочку. Открываем. О! Вот наш пакетик со скрепышом. Давайте сейчас мы его распакуем. Ой, нет, это, кажется, опять обломыш. Лучше бы был баблыш. И вот такой вот обломыш мне попался. У меня уже есть, у меня уже два обломыша, это третий. И пишите в комментариях, какие скрепыши вам остались до коллекции. Теперь я хочу купить пакетик опять с приветом. Приветы на кнопочку. И вот наш пакетик с приветом выпал. Давайте сейчас мы его распакуем. Наталья прохватила. Привет. Прости, если неправильно произнесла название твоего канала. Исправь меня, пожалуйста, в комментариях и напиши, как правильно. Теперь я хочу вопросик посмотреть, что же там будет. Что же сейчас будет? Посмотрим. О, это же вот такой вот сюрпризик лайкеры. Тут нарисован единорожка и клен. Вкладыш. И вот такой вот лакер Мишка. Тут нарисован такой цветочек. Давайте сейчас мы отметим. Вот Мишка. Отмечаем. У нас уже с вами есть Олечка, Даша Лав и Мишка. Надеюсь, что мы с вами соберем всю коллекцию. Конечно же, без повторок. Давайте следующий сюрпризик я хочу открыть. Давайте следующий сюрпризик. Я хочу купить еда. Может быть, какой-то новенький сюрпризик попадется. Нажимаем. Открываем. Как вы думаете, что это будет за сюрпризик? О, походу я догадываюсь. И это же мармеладки. Такой вот сюрпризик. Вкладыш и мармеладка. Нам попалась с вами мармеладная косточка. С одной стороны красного цвета, с другой стороны белого. Пишите в комментариях, вы когда-нибудь пробовали такие мармеладки? Давайте сейчас мы ее найдем. О, вот это мармеладка-косточка. Отмечаем. У нас уже с вами есть Кока-Кола. Дальше сердечко, зубки, вишенка и косточка. Нам с вами осталось всего лишь 3 мармеладки до полной коллекции. И пишите в комментариях, какие мне еще распаковывать бумажные сюрпризики. Давайте следующий сюрпризик я хочу купить вопросик. Нажимаем. Интересно, что же там будет? Ой, это же вот такой сюрпризик единорожки. Тут нарисована такая миленькая единорожка с радужной гривой и с хвостиком.
Давайте сейчас посмотрим, кто же нам попадется. Ой, нам с вами попалась вот такая вот миленькая единорожка-кошечка с радужным хвостом желтого цвета, розового и голубого. И рог розового цвета. И рядом с глазом у нее звездочка желтого цвета. Давайте сейчас мы ее с вами приклеим. Вот. Она под номером 2. Значит, вот сюда надо нам с вами ее приклеить. Приклеиваем. У нас уже с вами есть 4 единорожки. Осталось 2, чтобы собрать всю коллекцию. Под номером 3 и 4. Надеюсь, что мы соберем без повторочек. Не буду каркать даже. Набираем 9 лайков, и я снимаю следующее новое видео. И делитесь моими видео в соцсетях и со своими друзьями. Всем пока-пока!